Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог «Мысли от Эдгара». В этом видео будет обновление ПО OS X El Capitan. На данный момент у меня стоит El Capitan версия 10.11. Буду обновляться на 10.11.1. Посмотрим, что тут нового. В этом обновлении улучшен установщик, выполняющий обновление до OS X El Capitan. Это сам процесс установки, я думаю, наверное, будет быстрее происходить на будущее. Улучшена совместимость с Microsoft Office 2016. Так, ну с Office я не работаю. Исправлена ошибка, из-за которой в почте могла отсутствовать информация о сервере исходящей почты. Это тоже не так важно. Так, в почте могли не отображаться сообщения и почтовые ящики. Но, думаю, это важно. Исправлена ошибка, из-за которой некорректно работали некоторые плагины Audio Unit. Также улучшена стабильность VoiceOver и добавлено больше 150 новых эмодзи, полностью поддерживающих Unicode 7.0 и 8.0. Так, ну попробуем это все дело обновить. Естественно, потом перезагрузить и посмотрим, что из этого выйдет. Как вы видите, идет процесс обновления. Яблочко надкушено. Установка обновления ПО около 18 минут. Я пошел пока пить кофеечек. Завершилась установка El Capitan 10.11.1. Вот мой iMac. Вот она версия, все в порядке. Компьютер работает отлично, глюков пока что не вижу. Также комп мне предложил установить программку, которая будет автоматически обновлять все вот новые обновления, которые будут выходить. Но мне это не нужно, я буду обновлять самостоятельно. Предварительно, конечно же, посмотрев, что тут происходит. Так вот, посмотрим на сайте. Добавлено больше 150 символов эмодзи. Я поискал эти эмодзи. Вот они. И самый главный эмодзи, который мне понравился, это вот. Это фак. Для некоторых эмодзи теперь можно выбирать цвет кожи. Нажмите, так, удержав, окей. Так что можно для фака. Где он, куда он исчез? А вот он, вот он. Можно выбирать цвет, видите? И можно добавить в избранное, например. Тут есть и другие, в общем-то, символы. Армянская письменность даже есть. Отлично. Так вот, вот они все эти эмодзики, про которые говорят. Животное, еда, напитки, путешествия и всякая, короче, бредятина. Так, уберем их. То, что повышена надежность Microsoft Office, я даже не знаю. Все вот это, конечно же, проверить тут нереально. Видео о том, что я обновил, и, в общем-то, все в порядке. Обновляйтесь. Также выходит скоро новое обновление OS X Capitan 10.11.2. И тут будут тоже происходить кое-какие обновления. Это дело доступно заранее, можно бета-версию, но я такие версии не обновляю, не устанавливаю, так как еще тестирование не прошли, и компьютер просто может глюкнуть. Я лично работаю с программами, мне компьютер очень нужен. Так что я всегда дожидаюсь
релиза. Эль Капитан где-то месяц назад вышел. 10.11. И вот спустя месяц уже 10.11.1 ошибочки свои исправляют. И скоро, получается, 11.2 выйдет. Тоже будут исправлять какие-то ошибки. Что-то еще будут добавлять. А вот, Эль Капитан Бета можно скачать на сайте, так как в ближайшие дни... Так, что-то вот не пишет, что именно тут будут исправлять. Так, ну ладно. Кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, лайк. Подписываемся на мой канал. Не забываем. Будем записывать вам новые видосики. Всем пока.